вечер ваш пришли. Мы сегодня среда. Ну и пришли мы только что из храма. Это среда уже 3. У нас моление было, завтра еще 4. И вдруг звонит женщина из Москвы, приехала, и что-то там от священника Виталия привезла, не знаю что. И всем наказы, ничего не посылайте никогда, никогда. Без разрешения. Ну что, поблагодарили, дали визитки свои. Вот так. Ну, да. Тебе охота все тут семечки поесть. Ну, давай. Давай гулять, иди скорее. Вылазь, я тебе сейчас руку протяну. Иди сюда, на улицу. Давай, иди, гуляй. Вот так. Вот теперь они здесь. Там оба. Наверху. Вот она сейчас будет биться к своему малышу туда лезть. Вот они где у меня. Но сейчас время-то уже около 8 вечера. Ну и вот. Как она будет тут. Сильно уж любят они. Одно яйцо оказалось болтуном. Вот так. Я потом покажу его. Вот закрыл я сейчас. Она будет биться прямо в решетку лезть. Я специально хочу показать. Это время-то на улице темно, голуби спят. Но днем второй раз не пришлось их выпускать. Один неудобно. Вот она. Там закрыл я. Она не может никак. Вот. Не поймет, как там закрыто. Она боится, что он замерзнет. А тот вверху топчется. Сейчас полетит опять. Вот. Давай. Сейчас маленько погодя, да я открою ей. Там ее малыш. Вот она как к нему. Вот надо же, как вот привязано, заложено в ней это. Никак не успокаивается, как беспокоится. И вот он тоже сейчас. Я решетку опустил, она прорваться надо, он там у нее лежит, сидит. Один голубенок, это дикари. Вот на ними веду наблюдение. Ох, как она. Вот так. Ну еще. Открыть, наверное, надо, а? Это бегает она, самочка, голубка, а это голубь, вот слева. Вот она как беспокоится. Вот она, прямо по... Ну, сейчас я открою тебя, открою. Сейчас гуля, да открою я тебя, открою. Надо смотреть, сейчас она подойдет к гнезду. Нигде она. Сейчас полетит. Все, полетела. Ну, давай, давай, иди. Вот она сидит какой. Ой, маленький. Один. Вот только недавно вывелся и все. Она вот она рядышком сидит. Давай, иди к себе, иди. Иди, он тебя ждет. Ступай. Нахохлилась. Только спрыгнуть, это внизу видно, вот это
щель специально. Тут вверху у меня палец спит. Сейчас пойдет, это и нужды нету. Семечки насыпал, ей надо поесть, она перерабатывает их наполовину, им ему дает. Там-то еще неизвестно, кто, голубь или голубка будет. Вот он, как я одной рукой фонарик держу, а другой аппарат. Сейчас она спрыгнет, пошла. Все. Он тоже пришел. Такой крохотулькой, это уже все, садится его, все, греет. Это фонариком освещено. Не каждый же такое имеет счастье видеть это все. Ну. Иди домой, иди, иди, я тебя отпущу. Иди, ступай. Ему охота тоже домой идти. Беспокоится отец любящий. Ступай, иди. Им там трудно, и крылышками не помашешь, а вот я выпускаю их 2-3 раза в день. А обратно сами же залетают, вот второй залетит, не залетит. А сегодня 21 февраля 2018 года, среда. Вот. На улице-то еще холодно, а здесь-то тепло, и они вот тут выводят. Давай, проходи. Проходи домой, иди, иди. А я тут пришел, затопил печку. Вот оно, показать, что там горит. Вот как хорошо в своем доме-то. Вон оно, пылает, как угор хороший. Это что-то горошек, это половина. Что сделать? Ну, сейчас придет и... Как в деревне-то все есть. Вот сколько над печкой сушится дров. Никита складывает, колет, приносит. Вот она палец заскочила на плиту, на раскаленную это. И ноги-то опалило. Полечили, сейчас как будто ничего не заметно. И мы сразу выставили здесь и с этой стороны. Вот, чтобы никак не промахнуться. Самим себе напоминаем это. Вот так. Никита убежал, оказывается, за водой. Вон оно что. Никита, говорю, сейчас только пришел из храма-то, и уже нету. Вот тебе на. Ага. Вон Никита, или кто там завязывает двери. Если это Володя, то Никита за водой побежал. Вот он идет. Завязал. Ага, Никита несет воду. Володя запирает. Только что люди разошлись, это молились здесь. Мы канон Андрея Крицкого считаем. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. И дальше вторую ступень подняли выше. Благодарю тебя, Христе Боже наш. И третья, слава тебе, Боже наш, слава тебе. Вот так. Вон он его, видать, где идет. Там где-то люди ходят. Вот он идет, Никита.
Сейчас должен зайти Никита, ведерки поставит. Вот в городской квартире ничего этого нету. Неинтересно. А здесь вот, пожалуйста, везде написано, идет видеозапись для интернета. Ну и что здесь? Не повредите кошку. Закрывайте дверь осторожно. Володя, ты чуть тебе не перекрыл дорогу домой-то. Слишком на край не ставь, маленько подальше. Не дай бог упасть. В городе вот это ничего никак. А здесь все надо исходить, сбегать, колонку принес. Вода свежая. Ой, Володя пришел. Я не пойму, почему она вроде подымливает у нас или что? А обе открыты. Подымливает, да, может. А лето, летняя открыта, это. Ну а где подымливает? Надо узнать. Может быть, что-то горит на это на плите. Не поддымливает. Может быть. Там на же... плите щепочки могли упасть. Ну, да. Кора. Сейчас, Надежда Васильевна, затоплю. Давай. Вот он за два ведра закрыл. А что под это? Ну вот эти вот. Доски, а сверху газетку и еще одну доску. Так ты... Посылка. Не знаю. Ты что делать-то здесь? Что скажи делать? Что-то там. Да? На вечер-то что-то приготовьте, поесть. Еще сегодня же не ели. Почему? И мы ели. А я нет. А вы нет, а мы ели. Там горох надо, чтобы варился. Но он стоит у вас, все. Ну вот, стоит. А теперь надо морковку хоть маленько натереть. Скажи ему. Давай. Вот он сидит. Ну, теперь, если только он туда не полезет, придется брать его, выключать свет и брать его. Вот сейчас попробую один взять. Нет, одному не взять. Тут надо раздеться мне, закрыть сначала монитор. Вот этот. О, сейчас я закрою его, чтобы он не светил. И тогда попытаться его взять. Выключить свет. Вот так я закрыл монитор, а он вот он сидит. Теперь опускаю эту. Ну и что? А ничего. Это надо сейчас посмотреть, где будет он. Вот он где. Положу пока здесь и пойму, чтобы вот так. О, сейчас я покажу. Вот. Но что-то никак не поднимается у меня тут. Вот так. Вот теперь. Вот он как. Я его поймал-то. Закрывал один. Это очень неудобно. А теперь вот показать тебе могу. Вот он, отец. Так. Вот он где. Вот он. Вот так. Все. Теперь он туда соскочил. Сейчас я еще покажу. Как. Он что-то туда не захотел сам. Надо было поймать один. Все это переключаю. Вот она сидит, а вот он. Вот он. Он здесь. А вот она, где голубка. Голубка сидит на под ней голубенок, а этот рядом все заскочил. Все знают. Ну все надо.